Держись крепко. Не смейся. Один. Ребята, ставьте нам много лайков. Привет! На канале у Лизы. Сегодня у нас новый челлендж. Он называется «Бесшумный челлендж». В американском YouTube этот челлендж называется «Noise Challenge». Для него нам нужен телефон с приложением «Шумоизмеритель» или «Децибелметр». Тут есть 4 уровня шума. Атмосфера, речь, шум и опасный шум. Наша задача, то есть ваша задача сегодня, не нарушить уровень шума, то есть не пересечь 65 дБ, не зайти на желтую зону. И первое задание будет... Достать спиннеры. Достать спиннеры из кастрюли, из металлической кастрюли. И спиннеры лежат на самом дне, а сверху у нас капсулы. Так вот, мы поставили камеру еще одну, чтобы снимать наш уровень шума. Кто первый? Я. Давай, начинаем. Давай, тихо. Пока что 18:30. Тихо, без шума, быстрее. Пока что только синенькое. Зеленое, нет, все. Почти, было почти 40. Ты сам потише болтай. Ура! Лизунька вытащила. Мама сказала, покашляла, у нее в желтый перешло. Лиза как ниндзя, у нее все время было в синей зоне. Теперь Рома. Прям сразу вот так. Ну, конечно, давай. Буду следить за стрелочкой. Все. 52 у Ромы максимум. Было. Да, было близко. Первый раунд ничья. Второй раунд. Плохи. Для второго раунда у нас есть кастрюлька поменьше, такая же металлическая. И тарелка с монетками и стекляшками. Мама сразу сделала желтую зону. Капец, это громко. Это громко. Ваша задача переложить ложкой в кастрюльку. Все содержимое тарелки. Все? Да. Сначала Лиза тарелку все пересыпает ложкой, потом Рома. Давай, Лизунька, приступай. Рома, следи за циферками. Циферки. Аккуратно, потихоньку. Уже 50 было. Тихо. Давай. Давай, снимем их. Почти 60 было. Мне кажется, Лиза проиграла. Граница была 65. Бэ-бэп. Бэ-бэп. Теперь, Рома, сейчас посмотрим, как... Мне интересно, вот сейчас, если монетка упадет. 68. 69. Одна упала или 5. Разницы нет. Давай, Ром. Старт. Внимание. Пошел. Нет, давай ложку. Я знаю. Пятьдесят шесть.
Упала. Все. Плохие заслуги. Ничья. Третий раунд. Усложняем. Кстати, счет 1-1. Ну, ничья, 0-0. 1-1. Хорошо, 1-1. Возвращаемся к нашей большой кастрюле. И здесь у нас бочонки от Лото. Они тяжеленькие. Их много. Ваша задача целиком, не перекладывая по одной, а прям целиком тарелку взять и пересыпать в кастрюлю. Я пробовала. У меня получилось. Что, Лиза первая? Начинаем. Лиза первая. Начинаем. Да пиздец, я слежу. Тихо. Все. Так. Пока что синенько. Рома. Я хорошо трясу. Давай. Аккуратно. Ты как смог. Лиз, ты смотри, не на... Так быстрее. Шум измерителя в кастрюльку. Почти. Ты не бойся, я тихо. Ну. Тихо. 64. Мне кажется, ли там будет 64. Давай, давай. Там прям на грани. Молодец. Потел, наверное. Это долгий челлендж, оказывается. Во, так сильно шумело, всего было 68 максимум. Да? Да. Давай, Ром, теперь ты. На старт. Внимание. Хочу. Они посыпались. Посыпались. Я подложила неправильно. Да, да, давай. Тихо. Шестьдесят пять, 66. Все. Рома проиграл. Все. Давайте, открывайте глаза. Поднимайте кастрюльку. Мы под ней. Должны быть как-то громче по кастрюле? Нет, под ней задание. Та-дам! M&M's. По две пачки каждому. Ваша задача открыть каждый пакетик. Сначала один, потом второй. Взять каждый пакетик в каждую руку. Уже открытый пакетик. И тихо высыпать в кастрюльку. Это не легче бочонка. Да легко, давай. Кто первый? Я. Хорошо. Я пока поем. Есть будешь потом, Рома. Давай, Лизу.
это будет слишком душевно. Аккуратно, аккуратно. Давай, одну руку в такую бери. Одновременно. Одновременно двух рук. По-китайски. Залагал. Там было 63, наверное. Нет, 52. 63 было. Ты не видел его? Было близко. Одновременно надо. Одновременно, ты чё? Всё. Всё? Ты чё, не проиграла? Всё? Всё? Молодец. Теперь Рома. Давай, начинай. Открывай. Не шуми. Кастрюля пустая. Подержи, Рома. Не надо. Я сам. Сейчас Рома так выпендривается. Чего вы небольшие? А ты высыпал не одновременно. Я открыл плохо. Тихо, это такой челлендж. Ага. Всё. Рум проиграл. Какой? Ты чё? Да такой. Ты упустил свою возможность. По полу распросал. Я соберу свою зубы. Ага. Ой, Рома. Убежал. Да. И ты высыпал не одновременно две пачки. Продолжай. Да. Тебе повезло. Я даже не знаю, засчитывать это Руми или нет. 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 Какие еще последние надо высыпать? Ну ладно. Ребята, напишите в комментариях, засчитываем Руми этот балл или не засчитываем. Конечно, нет, он уже ест, сидит. И Лиза уже ест. Что, охота? Финишный раунд. Третий раунд. Открывайте глаза. У нас маленькая кастрюлька и... Будем барабанить. Открывайте. Чё это? Это огроменный кит... Ой, не кит-кат, а... Тик-так. Тик-так. А чё он такой огромный? 100 штук. Вот такой огромный тик-так. 100 штук. Мега пачка. Та же самая задача. Высыпать в кастрюльку бесшумно. Нифига тебе выиграю. Готов? Нет. Теперь да. Давай. Вперед. Что-то слагало сейчас. Давай. Погоди. Ты давай. Да погоди, Юрий. Все,
68, даже 69 было. 71. С перевесом в 1 балл победила Лизунька. Ура! Рома одел кастрюлю на голову. Значит, корона Лизе. Нет, это кастрюля проигравшего. Ты должен кукарекать 3 раза. Нет, 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 я придумал другое задание. Какое? Рома должен отжаться 5 раз с Лизой на спине. Готовы? Да. Давайте. Упор лежа принять. Упор. Упор. Упал, упор. Отжался. Давай. Прямо вот так? Держись крепко. Не смейся. 1. 2. Держись. 3. Давай, сынок. Я в себя верю. 4. Лиза, держись крепче. Это ты ездишь. Я не могу 5 раз. Давай, давай, давай. Ну, ребята, ставьте лайки и кучу лайков. Давай, сынок, давай. Молодец, ура. Ой, тяжелая кабаниха. Какая кабаниха, смотри, какая худышка. Вставай, Ром. Ребята, ставьте нам много лайков и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.